Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі пройде симфонічний фестиваль формату осені. Сьогодні нам про нього детальніше розкаже художній керівник Академічного симфонічного оркестру Айдар Торибаєв. Я вас вітаю, доброго дня. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, про симфонічний фестиваль, коли він відбудеться, чого чекати нам, дніпрянам, на ньому. Добрий день, понятно. Само слово «симфонічний фестиваль», оно уже настраивает на какой-то тяжеловесный формат в академической музыке. Нет. Концерт открытия я пригласил, гения. Гения самого лучшего в мире музыканта, который играет на бандуре. Потому что лучше него это не делает никто в мире. Вот сколько нас есть, 5 миллиардов человек, он лучше. Он лучше, и он не потому, что у него там пальцы быстро бегают, или он там знаменитый, или он ведет себя как там суперзвезда. Нет. Такого еще не было, чтобы народный инструмент, народный, у каждого народа есть собственные инструменты. Когда кусок кожи натягивался на дерево, там использовали жилы. Нет, бандура – это древний инструмент. Там первые упоминания у него там с раннего средневековья. Само слово в переводе там «пандора», там, древнегреческий и так далее. Вот фотография бандуры и романа Гринькова. Это концерт открытия фестиваля. А вот репродукция мастеров эпохи Возрождения. Вот вам фотография бандуры, а вот вам фотография, лютни, да? Это родственные инструменты. И этот человек, он внес, революцию в традиционное музыкальное исполнительство на народных инструментах. Номинирован на Грэмми, записывался с Сол Ди Меолы. Это выдающийся, многие говорят, что это один из самых лучших гитаристов, допустим, современности. Да? Это и джаз-рок, и джаз, и классическая гитара, исполнение Ди Меолы, классических испанских концертов являются, по мнению многих, это эталонно. Вот. И я вам скажу, что Гринькев записал альбом полностью с Ди Меолой. Мало того, об этом никто не знает. Когда в студию звукозаписи входил Роман, Ди Меола и весь его коллектив, они вставали, они выражали уважение. То есть никогда никто не слышал этот инструмент. У него была ниша, и вот Роман его вывел на, все свиты, да? Как это по-нашему? Мировую... значение. Такие люди – это большая редкость. Теперь, когда, давайте представим, как австрийские музыканты исполняют музыку Моцарта, да? Они ее исполняют с, может быть, даже заслуженным превосходством. Они говорят, вот так надо играть, делайте, как мы, и вот подражайте нам. А вот вы себе представьте, как украинец исполняет украинскую музыку. Так же. Это несет такой же культурный контекст, такое же культурное наследие и такой же культурный феномен. Именно культурный феномен. Это вот такие исполнители. Его в Днепропетровске на сцене никогда не было. Он приезжал в консерваторию, в Академию музыки.
мастер-класс. Но так, чтобы на сцене открытие фестиваля, я очень доволен, что, что он согласился приехать. У него есть время, возможность. Время, скажем, у нас непростое сейчас. Мы не знаем, откроется фестиваль, не откроется. Но мы делаем все, мы будем готовы. Волею Божию, я думаю, мы это все проведем. Что он будет играть? Как я сказал, он автор нового направления исполнения фьюжена. Это некие фантазии современным музыкальным языком. Это может быть рок, это может быть поп, это может быть современная музыка, это может быть на стыках, это может быть просто импровизация. Вот он начинает свою часть импровизации, и мы не знаем, как он закончит, когда он закончит. Но вот на сцене это все рождается. Это не записано на бумаге, скажем, да? Это не записано на бумаге. Мы так не договаривались на репетициях. Мы ждем от него, ну, такого подлинно музыкального откровения. Это новость для нас, потому что мы же академические музыканты. Для нас пишут Моцарт, Бетховен, Чайковский, Станкович, Скорик, Сильвестров, Дунаевский и все остальное. А он сам для себя пишет, и музыка рождается вот сейчас на сцене. Вот ценность таких людей, я еще раз повторяю, что он лучше него никто не играет на бандуре в мире. Лучше его никто не чувствует себя так комфортно вот в этом жанре фьюжена игры на бандуре. Это первое. Я всегда ему заказываю лично для меня красивое, невероятно чувствительное и трогательное, ну, какую-нибудь украинскую пьесу. Вот всегда. И он об этом всегда говорит и всегда исполняет. Вот. Теперь в концерте будут участвовать квартет бандуристов. Я попробую сделать, если мне удастся, что тяжело в современных условиях, в консерватории есть капелла бандуристов. Вот. Может быть, мы совпадем, а может быть и нет. Кстати говоря, модное направление батл, я тоже сделаю, пожалуйста, батл двух бандуристов. Второго я держу в секрете, он тоже знаменитый, и это девочка. Угу. Вот вкратце об этом концерте, на него надо прийти, обязательно. Это особая вещь, я не сомневаюсь, что все получат удовольствие. Потом вы знаете что? Значение таких музыкантов, оно очень велико. И их надо слушать, с ними надо работать. И общий тренд – это кооперация и сотрудничество. Сотворчество с музыкантами на традиционных народных инструментах. Это прямо шикарно выглядит сейчас. Тобто, якщо я вас, вибачте, переб'ю, я правильно розумію, це на народному інструменті Конечно. Виконуватимуться ненародні, скажімо так, жанри. Тобто це буде і ненародні теж. Так, тобто це буде і українські якісь п'єси, композиції. У нього буде одна. Ага, і окрім цього. Вот спеціально для мене. А все остальное це буде прямо. Це будуть різноманітні жанри. Давайте на стиках жанрів. Прямо от, це не названий жанр, скажімо так. Не названий жанр на народному класичному інструменті буде виконуватися, ну, скажімо так, це мелодична музика. Вона легка для восприятия. І вона очень красивая, но вот назвать ее традиционной украинской народной музыкой можно, наверное, но это будет не точно. Но украинская народная музыка тоже будет. Слушайте, мы воюющая страна, и
культура – это самое главное. Идеология – это самое главное. Самое главное – это творчество народа. Это прямо народ. Вот это вот соль, кровь и пот. Давайте анонсуем, коли саме відбудеться відкриття. Да, 26 числа. 26 числа. 26 жовтня. В 7 часов вечера. О 19.00. Да, це буде у нашій Дніпровській філармонії. Да, 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 да. Теперь Коган квартет. Его представлять не надо. Это 27 числа. Это известный коллектив с интересной программой. И у Коган квартет есть собственный слушатель, собственный стиль игры, собственное место в палитре художественных коллективов филармонии. Это прямо очень хороший и очень качественный квартет. Ну, скажем, такой. Их знают, на них ходят, и прямо это хорошо. Вот, следующий концерт называется «Фермата осени». Это, скажем так, в рамках кооперации филармонического оркестра. Филармонического оркестра и молодых исполнителей, студентов из консерватории. В этот раз мы выбрали в качестве жанра, в качестве исполнителей певцов, молодых мужчин и женщин, которые будут выступать с оркестром, симфоническим оркестром филармонии. Подробностей. Это будет красивая музыка, это будут сцены и арии из опер, это будут украинские песни, это будут квартеты, дуэты. Вы знаете, на такие концерты надо ходить, потому что, с одной стороны, это редкость, а с другой стороны, ну вот, допустим, когда мы идем в оперный театр на спектакль, мы же не любим всю оперу, да? Мы любим ее какие-то фрагменты. И нужно вытерпеть вот это, вот это, вот это, и канву, и действия. А на таких концертах публике предоставляется самое красивое, самое лучшее, самое, ну скажем, сладкое, вкусное, что есть в спектаклях. И я думаю, что публика должна знать, кто подрастает, кто завтра будет звездой. Вот. И молодые люди всегда очень волнуются и всегда очень готовятся к этому. Это прям входит в результат их, скажем, работы. Они будут волноваться, это будет все через край, это будет сопереживание. Это очень интересные концерты. Прямо вот советую. Прямо вот приходите, это 28-го, тоже в 7 часов вечера. Уточню, программа? Так, уточнення, що да. З приводу часу. Як я розумію, час незмінний, кожного дня да, будуть концерти да, о 19-й. Да. 7 часов. Это концерт 28-го. Понимаем, да? Так, 28 жовтня, ми потім ще раз анонсуємо нашим глядачам, вже да, під кінець да, да, прес-конференції. І тепер, в чому... Скажем, изюминка этого концерта в зале филармонии потрясающе звучит человеческий голос. Просто потрясающе. Этот зал, ну я не знаю, он как-то голос, он летит в этом зале. Он такой получается резно-барвистый. Вот, и всегда он получает какой-то объем, и очень комфортно в этом зале и петь, и комфортно очень слушать человеческий голос в этом зале. Ну просто это вот жемчужина, скажем так. Приходите. Я думаю, начали для чего обов'язково почувши всю информацию. Да, 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 да. У каждого концерта есть собственная история. У каждого концерта есть собственное место в фестивале. Следующий концерт
Это концерт молодого скрипача. Иван Пятоволенко. Он родился в Днепропетровске. Потом он уехал в Киев. Как я о нем узнал? Я Ивана пригласил на закрытие фестиваля. Как я узнал об Иване? Его профессор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, выдающийся и культовый Анатолий Баженов, мне сказал: «Айдар, ты знаешь, у меня есть три аспиранта, которых за всю мою педагогическую деятельность таких способных ребят еще не было. Ты позови, и ты получишь удовольствие. И оркестр получит удовольствие, и публика получит удовольствие». Но когда такой профессор, как Анатолий Иванович Баженов, мне говорит такие вещи, конечно же, я сразу пригласил Ивана на концерт закрытия фестиваля. Двух его аспирантов я приглашу в течение этого сезона. Я еще раз вам говорю, что мы, может быть, увидим там зарождение новой звезды, да, сверхновой звезды. Конечно же, там, допустим, наша аудитория – это не миллионные просмотры на всяких платформах, но такие рождения таких солистов имеют собственную логику и собственные законы. Конечно, пусть о нем узнают 2000 человек, 5000, 10 тысяч, но это будет наша задача. Что он будет играть? Он будет играть концерт Брамса. Концерт Брамса – это один из столпов академического музыкального искусства в жанре концерта для скрипки. Это прямо один из самых столпов, это, скажем, веха. Это, если вы не слышали концерт Брамса, то вы должны прийти и послушать его. То есть подняться до высот художественного обобщения ваших переживаний, ваших мыслей. Очень красивая вторая часть соло Гобоя, такой искрометный, красивейший финал, такой комбурлеск. В общем, вот так. И еще будет звучать пасторальная симфония номер 6 Бетховена. Пасторальная симфония. Ну, вы знаете, там, мелодию, там, пятой симфонии, да, так судьба стучится в дверь, героика, штурмы и натиск. Но после этого Бетховен пишет шестую симфонию, которая навеяна пастушком, свирелью пастушка природы. Красиво, приходите на закрытие фестиваля. Первый концерт и третий концерт фестиваля дирижирую я. 30-го дирижирует главный дирижер Наталья Пономарчук. Вот, собственно говоря, вот истории и об этом фестивале, и об этих концертах. Приходите. Давайте ще раз, щоб наші глядачі зафіксували інформацію з приводу того, о котрій, куди і коли приходите, отак от коротко їм розповім. Так, 26-го, 27-го, 28-го, 26-го, 27-го, 28-го і 30-го октября в 7 часов добро пожаловать в филармонию. Дополнительная информация на сайте. Дополнительная информация в соцсетях, везде, где нас можно найти. Добро пожаловать, приходите, слушайте музыку и получайте вместе с нами переживания.
Що ж ви сказали на нашій прес-конференції, що, можливо, аудиторія філармонії – це багатомільйонні перегляди на різних платформах. Я сподіваюся, що ця ситуація зміниться і переглядів буде дійсно більше мільйона. Да. Тим паче, що дуже цікаво, я думаю, буде нашим дніпрянам прийти відвідати такі цікаві концерти. З вами сьогодні на нашій прес-конференції був художній керівник Академічного симфонічного оркестру Айдар Турибаєв. Розповідав нам про симфонічний фестиваль, який відбудеться у Дніпрі з 26 по 30 жовтня. Обов'язково придбайте квитки, дізнавайтеся всю необхідну інформацію на сайті. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!